Добрый день, поздравляю с началом сезона, поздравляю с победой. Расскажите по игре, что получилось, что не получилось. Ну, игра давалась тяжело, потому что после зимней паузы как бы давно не было игровой практики. Ну, повезло то, что забили в конце, хотя моментов создали на две игры. Конечно, большая потеря у нас. Ярослав Неупокоев получил травму, пока непонятно, насколько все серьезно. Поэтому победу посвящаем ему скорейшего выздоровления, восстановления и возвращения в состав. В целом, по игре то, что планировали, то и получилось. Пытались играть в прессинг. Во втором тайме прям надавили на ворота, не выпускали их. В целом, игрой довольны. Спасибо и удачи в следующем туре. Спасибо. До свидания.